апреле месяца этого года, и у меня пошла медиа чувствительность, жуткая хроническая усталость, и вот у меня сахарный диабет первого типа 2009 года. И особенно в летний период времени у меня сахара всегда были выше 10, второй 20 либо 12. Сейчас сахара выше 10 уже не поднимается. В июле месяце сдала первый гемоглобин 5,5. У меня такого вообще никогда не было. Здорово! На сынишку моего тоже хорошо действует. Вот. Я на инсулин. Сейчас тоже ставлю инсулин, но вот ставила инсулин, у меня сахара никогда таких не было. Всегда высокий. Даже подколки отца хорошие результаты. Тоже не все чувствительность прошла. Устала перестали болеть. Супер. Рекомендую. Спасибо.